после тех оценок, которые мы получили первый раз, колоссальный скачок вверх. Если вы получили все вообще 6-0, то, наверное, нам бы уже не было бы к чему стремиться. Вот, вытягивай, вытягивай. Ой. А чего ты так? А ты что так? Я люблю рисковать, это видно, по-моему, по мне, по моим всем поступкам, а особенно последние годы. Сейчас, подожди, я фотоаппарат возьму. Я записываю на видео программу, потом мы смотрим ошибки. Я смотрю ошибки, Руслан, и постоянно по времени засекаем. Хорошо. Объезжает. Угу, ты меня объезжаешь. Вот это, кстати, можно сделать, это не тяжело. Угу. Дальше мы разгоняемся. Давай я выброшу. Не-не, я сейчас выброшу. Все, там мы просто вот один вот этот элемент еще возьмем, и все. В моем новом номере это любовь к детям, потому что это, наверное, самая на сегодняшний день моя большая боль, когда я не могу видеть своих малышей. И я вот этим номером показываю всю любовь к моим малышам, и Руслан мне в этом помогает. Пара номер один. Яна Рудковская и Руслан Гончаров. Μα τρεις δρόμους μέσα από αμόλυφους. Ο δρόμος προς την καρδιά μου. Έφυγα μικρό παιδί και έχασα την παιδικότητά μου. Много было всяких элементов, которых до этого в твоем исполнении мы не видели. Ну да, я очень старалась. Не знаю, как получилось, но... Получилось, мне я кажется, бы выстрадала этот номер. Спасибо, кто меня поддержал. Ну, в общем, вот так вот. Руслан, скажи, пожалуйста, вот... Ладно, пока отдышись. Елена Анатольевна, есть ли сегодня динамика в катании Яны Рудковской? Максим, я, к сожалению, не вижу динамики. Мне показалось даже, что в прошлый раз номер был исполнен сильнее. Сегодня было много огрехов, но не будем их, так сказать, повторять и о них говорить. Пока мне не кажется, что это было достаточно высоко. Спасибо, Елена Анатольевна. Наташа, вы согласны?
Меня необыкновенно тронул номер, и хотя я видела какие-то небольшие ошибки, которые вот здесь были на заднем ходу, и где-то, возможно, было не все гладко в пластике, но меня очень тронул номер. Спасибо. Я могу сказать честно, Ян, я знаю, что ты можешь лучше, потому что мы с тобой друг друга знаем, я знаю, что ты гораздо спортивнее, чем сегодня. Но я авансом поставлю эту оценку, потому что есть какие-то вещи, которые абсолютно очевидны. Ты произнесла слово, то, что ты посвящаешь этот номер твоим детям, а я знаю, что твоим детям поддержка нужна в любом случае. Поэтому я тебя поддерживаю, ставлю 6. Ну что ж, давайте посмотрим повтор. Не согласен я с такими, вы знаете, мощными оценками в плане регресса, может быть, даже катания Яны Рудковской. Поддержка это очень хорошая. Вообще, на самом деле, люди старались. Я наблюдал, как они работают на тренировках. В мастерстве Руслана Гончарова трудно усомниться. Но то, как он сейчас валяет партнершу, как она растапливает лед своим чувством, все это говорит о том, что номер удался. И вместе с тем, временами мы наблюдали в исполнении Рудковской катание. Ну а как она на него смотрит? Резюмируя, Яна, будьте и моим продюсером тоже. К слову сказать, Яночка, как ты думаешь, Диму Губерниева можно раскрутить как кого? Я думаю, что уже не надо никого раскручивать, он достаточно популярный. То есть тебе нечего как продюсеру добавить к его карьере? Может быть, в твоей нише он тоже бы... Как юморист? Да. Ну, правильно, действительно. Правильно? Возьмем его на поруки. Возьми. Евгений Ваганович, как вы считаете, Дмитрий Губерниев хорошо будет смотреться в кривом зеркале? Очень здорово, потому что как раз роли спортсмена нам не хватает в кривом зеркале. Вы наверняка вспомните что-нибудь из спортивных комментариев такой вот смешной. У нас есть такая фигура Тодос. Она оценивается с того момента, когда каждый принимает положенную позицию. Партнер должен стоять в циркуле, а партнерша должна лежать в низком положении. И как-то комментатор сказал, вот это не будет высоко оценено, потому что она еще не легла, а он уже встал. 6-0. Молодец, Тина. Этого мы ждали, безусловно. Виктори, что взять... таких прекрасных оценок. Идем дальше. Лена Анатольевна Чайковская. Сейчас суперпрофессионал. Сработает ли на контрасте? Да. 5-0 ставит. Рядом с ней Игорь Бобрин. Оценка 5-0 у Игоря Бобрина. Евгений Петросян. 5-5. Евгений Петросян. Николай Цискоридзе. Народный артист 5-0 ставит. И Наталья Бессемьянова. 5-5. Ну что ж, неплохо с эмоциональной, во всяком случае, точки зрения. И общая оценка у нас 32 балла. Вообще, я хочу сказать, что это победа духа, победа характера прежде всего. И на это все обращают внимание. Если можно за месяц вот это все освоить, то низко поклониться надо артистам, спортсменам за эту многотрудную работу. Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, мы благодарим Яну Рудковскую и Руслана Гончарова. Дорогие друзья, Александр.